А это пришел в гости. Наш друг Пончик. Пончик. Что? Не, ну ты ложись, ложись, ложись. Как ты лежал? Как ты лежал? Как Пончик лежал? Такой, такой. Такой собака-барабака. Это мой любимый собака-барабак. Да, видео называется. Вот так. Вот, вот так. Нам Пончика оставили и не забирали. А мы Пончику нашли новую семью, да, Пончик? Пончик у нас жил какое-то время. Пончика вообще знают все. Но потом мы Пончика пристроили. Вообще, Пончик легенда легендарная. Мы Пончика, ну, Пончик пока у нас жил. Мы его любили с собой. Возили на море, да, Пончик? Да. Так. Ну, искали ему семью. Чтобы Пончик жил в семье, с детьми, чтобы его там любили. И так вот мы Пончику нашли. Да, и Пончик живет в хорошей семье. Вот так лапами. Вот так, маши, маши, правильно. Маши на них, на всех в камеру. Сейчас Пончик пришел в гости, я его так глажу. Мы вчера с подружкой ходили, ну, там возле Евы, там возле метро. Говорит, Пончика так обращает внимание. Да, так он даже все раньше. Идут и поворачиваются. Мы с ним, когда на море ехали, его тоже все спрашивают, у вас за собака, да. Такой чарльский спаниель. Такой, вот такой, вот такой. Так он, такой он же уже, он уже такой его парень. Спали, он боялся, потом его положили. А потом он такой понял, что жарко. Ага. Чик-чик сам его купаться. Мы его опять, там ну, такой был пологий, ну, по ступенькам спускаться, мы его поднимали. Он потом, сам просился у нас в море. И мы его даже купали сами. Да. Такое, ну, он умный очень пес. Я скажу, он очень умный пес. А сейчас этот Пончик, вот все, кто его знает, вот смотрите, какой этот Пончик. Вот такой, вот такая, такая, такая собака. Да, Пончик. Пончита. Вот такие удряшки, как у меня. У Пончика уши, как у меня волосы. Вот один в один. Да, скажи, Пончик. Украинец натуральный, скажи. Чистокровный, чистокровный украинец. Да, Пончик, мы с тобой одной крови, да? Скажи, у нас гены, гены. Гены не Серёжи. Да. Вот такие у Пончика ухи. Ухи, ушастики. Да, скажи, что ты там мне меня снимаешь? Ну, меня гладь. Машет, машет, ну вот. Такой Пончик, вот такой Пончик. Пончик красивый собака. Красивыми лапами. Опа, скажи, что случилось? Все.